как-то у меня в коротком ролике история получилась скомкана, поэтому я расскажу вам чуть длиннее и покажу всю прелесть этих шлепанец. Как-то я оказалась, по-моему, в Швейцарии это было, и я зашла в бутик, увидела там шлепанцы моей мечты без каблука, нежнейшего голубого цвета. Купила, вечером отправилась на мероприятие и стала снимать эту пленку. А она не сходит, она сходит какими-то лохмотьями, дерет подошву, местами вообще не сходит. То есть она приклеена, приклеена, приклеена. Я пришла на следующий день в бутик. Говорю, извините, я так и не смогла их обуть, потому что мне не снять пленку. Мне говорят, ну, мадам, а что такое? Ну, это же пленка. Вы хотите из-за пленки на подошве, чтобы мы вам поменяли обувь? Я говорю, да, потому что мне не снять. Ну, мадам, ну старайтесь. На следующий день я была уже в другой стране. Я думаю, хорошо, у меня есть все чеки, у меня есть коробка, у меня есть упаковка, только что свежая покупка, пойду в бутик здесь. И мне тоже сказали, вы серьезно? Это пленка на подошве. Я говорю, ну мне ее не снять ни зубами, ни ногтями, ни иголками, ни шпильками, ни пилками, ничем. Может, вы ее снимете, если так легко и просто? Мне сказали, нет, мы не будем снимать. Ну, тут, мадам, это снимается элементарно. Одним словом, эти шлепанцы у меня до сих пор валяются. Я их купила, ну, кто знает, сколько это стоит, тот знает, сколько это стоит. Они у меня до сих пор валяются, ходить в них невозможно, потому что пленку до сих пор не снять. Ну и посмотрите на наши, посмотрите на это исполнение, посмотрите на этот цвет, друзья. Посмотрите на эту нежнейшую замшу. Какой это цвет? Прелесть, прелесть. Естественно, я буду их носить и любить, и радоваться.